Всем привет! Я приехала в ресторан Ману. Смотрите, что тут. Сейчас будет мастер-класс. Я первая приехала. И у меня есть возможность поснимать чуть-чуть, вам показать, как это все выглядит в первозданном виде, потому что потом, я думаю, мы что-то будем готовить. Но весь процесс я вам покажу. Я пост уже делала в соцсетях и в Инстаграм и рассказывала о этом ресторане. О, свет. О Ману. И здесь акцент на приправах, на соусах и перец. В основном везде есть перец, но все равно очень вкусно. Поэтому сейчас вам буду все показывать. Ждем начала. И я прям в предвкушении. Я думаю, что-то новенькое узнаю, какой-нибудь новенький рецепт. И буду дома тоже его использовать. Я так рада, что приехала первая, потому что, смотрите, можно все поснимать. Авокадо, соль. В общем, я, если честно, не знаю, что мы будем готовить. Соус, зелень. Вот, здесь тоже разные соусы. Рыбка, как я вам говорила. Вот, вот какие-то штучки. Это чипсы. Вот. Не знаю, мне любопытно. Я хочу, конечно, попробовать для того, чтобы дома тоже все использовать, все эти рецепты. Так, и хочу вам еще показать. Я пост, когда писала в Инстаграм, я восхищена, конечно, кухнями, которые открыты. Ты можешь сидеть, кушать и наблюдать, как готовят. Это так прикольно. Вообще. За стеклом. Это все за стеклом. Отсвечивает, конечно, от солнца, но все равно. Очень классно. И сам ресторан очень красивый. Я здесь была на 14 февраля. Я здесь выступала группа. Я не помню, как называется. Группа мне не очень понравилась. А именно ресторан и кухня очень. Вот. Я люблю красивые рестораны, красивые интерьеры, тут камень. Такие детали, обращаю внимание. Напишите в комментариях, насколько вот какие рестораны вы любите, на что обращаете внимание, почему ходите, вот, например, в какой-то определенный ресторан из-за кухни, или вот, например, чтобы это совмещено было. Кухня, красивый интерьер. Ну, конечно, важно еще и цена. В этом ресторане цена не совсем средняя, она чуть выше средней. Но, как вы видите, сам ресторан, он располагает платить больше, потому что уровень дает свое, то есть мы знаем, за что мы платим. Ну, это, конечно, показывать не во время поста надо, но это для тех тогда, кто не постится. Вот для тех, кто постится, показываю. Ням-ням-ням. Вот, а вот перец. Все потихоньку собираются, это Катрина. Я у Ани, как всегда, гость программы на видео. Кстати, да. Вы в курсе, у нее же есть свой канал на YouTube. Поэтому... Да, но только мало людей смотрит. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Только Инстаграм? Канал вообще не интересен, да? Не, ну пусть зайдут, там хорошие видео есть. Я засвечена. Ладно. Прорекламировала Катрин. Теперь хочу за Катрин показать стол, который я уже, в принципе, показывала. Мы тут все потихонечку собираемся, и я уже не могу дождаться, пока мы начнем готовить. У нас будет, по-моему, одно или два блюда, и мы будем у шеф-повара узнавать разные хитрости, секретики. Там еще Саша идет. Все собираются. Мы тут знакомимся, потому что некоторых блогеров я не знаю, а половину знаю. Вот. Ну все, смотрите дальше, что же в итоге у нас получится. Мы приступаем. Обожаю черные перчатки. Сейчас как наденем и почувствуем себя тоже поварами, шеф-поварами. Я тогда здесь. А вы зря ушли, у вас там самое большое авокадо было. Это шеф-повар. Летняя терраса. Это Саша. Шеф-повар. Всем привет. Привет. И
сушеф. Саша Александр. Одеваем перчатки, одеваем фартуки. Вот, сегодня будем готовить гуакамоле и севиче из сибасан. То есть две такие культовые, два таких культовых блюда. Начнем мы с гуакамоле. Вот, для гуакамоле нам понадобится авокадо. Гуакамоле достаточно простое блюдо. И опять же, каждая там, мексиканская или перуанская бабушка делает его по-своему, то есть считает этот рецепт единственным правильным. Да? Поэтому... Кипая бабушка. Ну понятно, да. Вот. И поэтому как такового классического, супер такого строгого рецепта нет. То есть есть какие-то основополагающие ингредиенты, которые входят в блюдо. Вот. И дальше там или добавляется, должен быть очень спелым. Вот. И желательно, чтобы гуакамоле делалось непосредственно перед употреблением. То есть не стояло там где-то в холодильнике или где-то еще. То есть совсем разные вкусы и совсем разная текстура получается, если вы делаете там это из-под ножа, вот, или же там с помощью блендера или покупного. Это совсем разные вещи. Вот. Для гуакамоле нам нужен будет авокадо. Нам нужно будет сок лайма. Острый перец, в данном случае то есть мы будем использовать пасту Ахи Амарилла. Вот. Я сейчас отвлекусь, подробнее расскажу потом про эти пасты. Вот. И мы добавляем лук, кинзу и чили перец и соль. В принципе, вот и все. Что нам нравится? Что там? Чили перец. Чили перец, да. А здесь мы сделали уже заправку готовую. Здесь сок лайма. Вот, и... Что? Нет. Паста. Паста. Это одна из основных... паст. То есть их там... И очень много перцев растет в Латинской Америке. Вот, и они там делают, высушивают, перебивают, вялят, коптят. Вот, то есть и делают разные пасты как по цвету, так и по вкусу. То есть они отличаются. Вот, и эта паста желтая Ахи Амарилла, вот, она очень острая. То есть мы в какой-то пропорции добавляем в лайм. То есть получается вот такая заправка, для, готовая уже для гуакамоле. Вот. У каждой пасты свой характер, свой цвет, поэтому то есть в том или ином блюде то есть она или играет, или там, дополняет. Вот. 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 Начинаем с авокадо. Авокадо разрезаем. Вот. Да, окажется твердым. Добавляем соль. А почему такую крупную соль? Это морская соль, она хлопьями, она кажется просто, что она крупная, на самом деле она не крупная. Okay. Она просто хлопьями. Okay. Я люблю, когда соль. Чуть-чуть. И затем мы добавляем сюда вот есть лук и чили перец красный. Только, ну, смотрите. Кто как любит. Кто как любит, да. Кому-то нравится лук, кому-то не нравится. Кто-то любит острое, кто-то не любит. Это просто разное. А чили сколько нужно, чтобы не переборщить? Смотрите, это чили не тайское, это длинный чили перец. Он не такой острый, но может быть островатый. Каждый... По капельке. Да, каждый добавляет. А вот это вот что такое? Упс. Это молоко тигра, это для севиче. Потом батат, запеченный, порезанный кубиком, листья кинзы и красный лук. Соус – это молоко тигра, это перевод дословный «Leche de tigre» называется. Вот. Значит, еще соус состоит.
Соус состоит в основном из лайма, сок лайма, лимон. Иногда добавляют лимон, но это очень редко. То есть в основном лайм. Вот, лайм. Затем чили-перец. То есть это может быть желтый, это может быть красный, это может быть такого бордового цвета. Вот. А тигр? Молочный оттенок вообще. Тигр тут при чем, да? Именно здесь, да? Сюда мы добавляем, то есть опять же таки куча рецептов, и каждый считает какой-то мере либо правильным. Здесь мы берем сок лимона, сок лайма, то есть сок лайма, кинзу, стебель сельдерея, чеснок и бульон из сибаса. Кости, которые остаются, голову, мы их вывариваем, остужаем и перебиваем. Вот, получается вот такая, и добавляем еще обязательно чили-перец. Вот, и получается такая вот масса. Но севиче можно готовить не только из сибаса. Севиче на самом деле готовится из любого свежего продукта. То есть это может быть и креветка, это может быть и гребешок, лосось, тунец, омары, лобстеры, там, и все что угодно. Нам нужно филе, филе без кожи. Да. Вдоль шкурки? А если уже поломалось? Это немного сложнее, чем первое. Очень даже... А если сломались уже посреди дороги, что делать? Что? Если я сломалась посреди дороги, я что делать? Сломала. Ничего, бывает. Подсаливаем именно изначально зачем? Затем, чтобы поры немножко открылись, и когда вот мы будем заправлять ее соусом, то есть соус хорошо пропитал. Это бульон с он острова с соком лайма. Вот, ахиамарилла, паста. Наоборот, это как промариновано. Либо свежая, да, то есть если вы когда-то замечали, допустим, яркий пример лосось, да, вот, потому что оранжевый цвет. Красиво, это как? Батат, да? Да, батат, чили-перец. Здесь? И кинза. А он не острый. Да? И сверху украшаем луком. Повыше два угла. Еще лук положили. Она же должна правильно плавать? Ну, как? Да, соусы должны быть много. Она должна быть покрыта. Наш мастер-класс закончился, и сейчас мы кушаем то, что приготовили. Мне очень нравится блюдо, называется гуакамоле. Не могу выговорить, гуакамоле, надо запомнить. Там, ну вы увидели, я полностью показывала процесс приготовления. Самое главное, это чтобы был хороший авокадо, мягенький и вкусненький. Здесь он такой. Вот, он должен быть очень-очень спелым. Тогда это блюдо будет действительно вкусным. Вот, также есть еще одно. Тут рыба маринованная, свежая. Я такое не очень люблю, ну я как бы побаиваюсь, я не ем свежую рыбу. Поэтому буду сейчас наслаждаться гуакамоле с чипсами. Чипсы тут разные, вот, но самые вкусные, вот мне очень понравились рисовые, сейчас я вам покажу. И заберу как раз последний сорри. Вот.
Вот. Ману, огромное спасибо за такой мастер-класс от шеф-повара. Мы с девочками хорошо провели время. И сейчас у камина. Камин классный. Мы сейчас уже пофоткались. Наслаждаемся тем, что приготовили. Для Ютуба. Сестра заехала. На руки меня, на руки мамочки. Мама, смотрите. Надо было туда в лужу, там эффектно было. Если бы вы видели, как я только что заезжала. А вот наша Олечка, которую положили вчера в больницу. Вчера она не могла идти, она ползла. Смотри, она накрашена, идет в ресторан. Ты меня вытащила, моя дочь. 8 марта нельзя дома лежать. Прямо с постели. Накрасила насильно. Насильно. Да, прическу сделала насильно. Нарядила насильно. Пошли отмечать 8 марта. Пойдем. Какая у меня красивая мама. Да. Мама и все, что ли? И братик мой младший. И все, что ли? И Катя красивая. И доча. И все, что ли? Алла. И я. Девчонки, всех поздравляю с 8 марта. Желаю любви, счастья, благополучия. Ну и, конечно же, здоровья. Самое главное, что есть у нас. Пока оно у нас есть, мы о нем не думаем. Как только где-то пошатнулось, мы сразу думаем, о боже. Поэтому давайте беречь свое здоровье. Ну и, конечно же, мужчины, берегите своих девочек. Мы только что фотографировались, смеялись. Мама подарки рассматривает. Сын подарил. В этом году ей все дети подарили украшения. Фея. Да, у нас мама, она наша фея. Она выполняет все наши желания, пожелания. И вот это подарок мой. Вот, да, Петя ей серьги подарила с натуральным камнем. Кате тоже драгоценность подарили. Вот, так что все мы девочки, а мне часы достались, которые измеряют давление. Старость не радость, ну я рада. На самом деле это очень нужный подарок, и я очень-очень рада. Итак, бумеранг. Итак? Бумеранг. А бумеранг что? Завязываю. Завязываю, мне говорят, чтобы я выключала. Окей. Мама хохочет. Петя мочит. Залез Катя в тарелку, говорит, о боже, что тут есть, тут же не листья. Мама просто на посту заказала такой же салат. Тоже поковыряла его, съела листья и говорит, ну такое. А я с мясом. Ну что листья? Вот это вот. Кинь хоть оливку сюда. Пиццу порежем. Я не зря оливки заказала. Явно есть нечего. А ну, Петя, покажи, как ты оливку кушаешь. А ну, ладно. Дальше после 18. А у меня, кстати, смотрят меня больше, то есть после 18. Ну, пожалуйста. В сторис я снимала видео. И не обратила на Петьку. Он там прикалывался и сделал очень смешно. Так что подписывайтесь на меня в Инстаграм. Значит, говорит про Петьку, подписывайтесь на меня в Инстаграм. На меня подписывайтесь в Инстаграм. Ты там не... Правильно? Вот тебе и подписка. Получай. Не подписывайтесь на меня в Инстаграм. Продолжая свой влог, я нахожусь опять в фотостудии. Я все там же и все с теми же. На самом деле фотографы меняются. Сейчас меня будет фотографировать Глеб, и у нас очень интересная фотосессия. Я надеюсь, что он быстро даст мне фотографии, я смогу их вставить в этот влог. Если не получится в этот, то в следующем он точно будет. Это не стандартная фотосессия в плане, как бы,
игра теней и тема. Ну, судя по одежде моей, я думаю, вы, в принципе, можете понять, да, какая тема. Но раскрывать карты не буду. Поэтому оставайтесь, смотрите. Ну, естественно, сторисы. В сторисах я вам рассказываю больше, чем в Ютубе. Сори. Ну, так получается просто. Вот, поэтому, кто хочет, может подписаться в Инстаграм. Я тут оставляю, как меня можно найти в Инстаграме. Девочки, я опять в магазине Жан. Я иду на день рождения к Маришке. Вы ее помните, кабанчиком. Вот. И сейчас выбираю ей подарок. Я помню, что она хотела приблизительно вот что-то. То же самое, что и у меня, потому что я расхвасталась и говорила, что мне очень понравилось. Это дымка для волос, вуаль. Такой аромат приятный. Мне сейчас дают еще разные другие. И я не могу определиться. Поэтому, не знаю, хочется ж угадать. Так, чтобы Марине понравилось. Вот. Тем более к весне вуаль для волос будет вообще самое оно. Ну вот, что мне понравилось. Замарати. Вот эти вальки. Подарок-то я купила, но я не подумала о том, нет, не в чем идти на день рождения. Марина пригласила в заведение, называется оно. Кстати, я там была недавно, и вы видели влог оттуда. Это веранда на Днепре. Фух. Вот. И там очень красиво, классно. Хочется как-то одеться. Вроде бы как бы просто, но при этом, чтобы себе было удобно, комфортно. В общем, хочется одеться красивенько. А красивенько я себя чувствую только в чем-то новом. Поэтому я зашла в магазин Be Free и купила себе платье-свитер и надену под свои новые ботфорты. Вот, как-то так образ и собрался. Сейчас магазин, продукты и домой. И буду монтировать этот влог, чтобы он наконец-то вышел. Все, всех люблю, целую и пока.